Ох, девчонки. Итак, у нас сегодня творческий квартирник. Квартирник. Квартирник в гостях у Шахерезады. Даже свет, вот видишь, как и ты мы... Ничего, вот я скажу, мусорник я уберу. Да. Отдыхаем. У нас такой стол. И еще ждем гостей. Киев, 26 число. Августа. Да, да. Ну, просто вкус другой и легче пить. А качество остается те же свойства. Ну как-то вот я когда чистая пью, да. Мне кажется, что начинает трусить меня. Угу. Натюкаешь. Я короткометражку снимаю, музыка да. Называется. Короче, две бабушки. Это самое... Бабушка я не играю. Правильно. Нет, слушай, это у меня бабушка пианист, дуэт, которому 50 лет. Они играют 4 руки. И одна приходит к другой, и это самое, там депрессии, в общем, пандемия закончилась, началась война. И она приходит и начинает играть, и потихоньку выводит ее, та садится, начинает лобать, где-то живая, девочка соседская увидела, и тоже вдохновилась до пианино, и в общем, там такой хэппи. У меня истерика до сих пор, я так наржалась до печенок, слышишь, Ира? Саня, это да. Ну, это сюжет нового фильма комедийного. Я такой кайф, я просто, видишь, до печенок я насмеялась. Да, сейчас уже кофеек готов. И кофеек арабский с кардамончиком уже готов. Еще один есть, да, может, поэтому... это если кому-то не сладко, есть сладость. Сладость конфет, я думаю, да? Да. Рождение новых сценариев, да, для новых фильмов. Кофе-пауза. И мы наконец-то собрались. Не прошло и 3 года. Сколько? Да, 3 года мы не собирались. Пандемия, потом сейчас... Да, Ир, а вот Вадик говорит, что ты приезжала. Ты не приезжала в пандемию. Все. Нет, в пандемию никто не приезжал. Я приезжала в прошлом году. В прошлом году я приезжала. Так в прошлом году была пандемия, да? Нет. Провожаю. Спасибо. Провожай. Давай, снимай нас. Я глоточек делаю. Еще раз сделай нам фотки такие. А, фотки, да? Конфеты. Фотки и видео, и мы провожаем Лорик. Ездим на Лорик. Нет, у меня полно всего. Так, все, драгоценная моя. Пей. Все. Мы говорим до свидания. До свидания. И с наступающим праздником, с наступающим днем благословенного рождения. И мойкой. Потому что ты наше чудо. Спасибо. Ты наше чудо. Спасибо, Лариска. Ну, все равно. Спасибо. Красоту, благородство, талант. Спасибо. Я знала, но что-то столько вот выставили, когда будет. И какие люди без охраны! Привет! Хорошо смеется. Жанулька! Привет! Вы принимаете. А что делать? Да вообще. Жизнь такая. Ты посмотри, какая роскошная женщина. Помогите! Саша, сделай что-то. Шел же помогать. Красота, да. Саша с арбузом. Это что это такое? Тоже много чего. Да. Дай же тебе увижу. Красота вообще. Класс. Классно выглядишь вообще. Фоточки сделай нам. Вообще шикарные. Угу. А, ты делаешь фоточки? Да, я видео и фото. Очень красиво. Девочки, все, я вас уже заселила. Да, а я встречаю один чего мужчина. Чего ты тихо, да? Здравствуйте. Все красивее и красивее. Ну, что сыром? Ну, спасибо. Раз мужчина, он обязан говорить комплимент. Так не, ну так и есть, я ж не обманываю. Я тебе коньяк по заказу. Здравствуйте.